Всем привет, мои самые любимые зрители, мои зайчики, всем привет. Итак, будем готовить 2 секунды. Мы готовим салат, легкий, вкусный, итальянский. Это наполитано салат, наполитано, неаполитанский салат. Здесь собраны, несколько трав, да, базилик вижу, одуванчики, не помню, как это называется. Короче, здесь несколько разных травочек. Я это все помещаю в мисочку, в салатницу, куда угодно помещаете, чтобы было вам все как вкусно. Он уже мытый, мне не придется его заново мыть. У меня есть помидоры, которые я думаю, их пополам можно разрезать. Они больше сока просто дадут. Это черики вообще совершенно манюсенькие. Они просто дадут больше сока. Так. Можно лучок, но я лук не буду добавлять, потому что у меня еще дела есть. Надо прям с людьми общаться, чтобы было эстетично. Уже досточка нам не нужна. Нужна. И моцарелла. Я уже открыла, слила воду с них. Это мини-моцарелла. То есть они как черри. Они как черрики. Двое манюньки такие. Я моцареллу тоже сделаю на 2. Можно целую, эту мини можно целую бросать. Ну, как-то, я не знаю, но более аккуратнее все-таки как-то в рот удобнее класть. И вот так вот у нас моцареллочка тоже, я напополам ее режу. Классная, мне нравится эта фирма Гальбани. Это итальянская моцарелла, очень вкусная. Так. Это все тоже. Смотрите, прям итальянский флаг. Зеленое, красное, белое. Абсолютно итальянский флаг. Дальше. Ребята, а дальше все. Мы это сейчас заправляем. У меня есть такие вот 2 ложечки. Я так думаю, что это из китайского какого-то набора. Такие классные. Они деревянные. Еще в ложки можно бить. Вот так вот. Сейчас. Пить и танцевать. Я их как для салата использую, чтобы салат вместе вот так вот совместить, чтобы поиграть с салатом. Так, сейчас мы добавляем оливковое масло. И моцарелла, и листья, и помидоры очень любят оливковое масло. И присаливаем совсем чуть-чуть. И поехали. Вот так вот, хорошенько, прямо можно ложечками. Ой, выпало, ничего страшного. Ничего страшного. Вот так вот надо это все вместе, хорошенечко. Даже поприжимать, чтобы эта травка тоже отдала свои какие-то соки. Класс. Еще лимонный сок. Лимончик выдавить сюда можно. Ой, ты что, это так обалденно вкусно. Это так обалденно. Обалденно вкусно. Как так, чтоб прямо так вам было видно. Мои хорошие. Боже, какая вкусная. А какой запах? Да. Сдохнуть можно. Вот так вот вместе. Поженили, как это по-украински. Класс. Так съесть это можно и сразу похудеть. А похудеть от чего? От удовольствия. Потому что в мозгу мы худеем. Я уже говорила об этом. Вот так вот. Сейчас смотрю фильм «Мурка». Я растворяюсь в этом фильме. С
Все-таки мои одесские корни дают о себе знать. Генетику почти не размножишь. Я просто растворяюсь. Вот это и хорошо. Гриша, я тебе за это сказал, Гриша. Супер, блин, я растворяюсь в этом фильме. Так. Боже, яка краса, яка краса. Ви знаєте, красу неси. Так. Все, мои зайчики. Мой мини-влог подходит к концу. Может быть, еще с вами встретимся. Вот. Вот такая красотень у нас получилась. Я желаю всем приятного аппетита и самого лучшего настроения. С любовью, ваша, как всегда.